Инголь. Красноярский край. 10 часов дороги от Черкизова, минус 35 градусов. Как мы здесь оказались? Все дело в одной новогодней истории и письме. От местного мальчишки из железнодорожной школы, болеющего за Локомотив. Да, здесь тоже болеют за Лока. Ну что, пойдем знакомиться? Что, гостиная твоя? Да. Что, сегодня футбол играешь? Да. Ну, клай. Красавец. Ну, я писал письмо в конкурсе моей мечты. Я попросил Лизе и Егору, чтобы подарили велики. Они твои друзья? Нет, они соседи. А почему велики? Ну, просто у них нету. А у моей сестры Ренаты есть, у нее маленький, и они у нее просят летом иногда. И, ну, а Ренка маленькая и плачет, тоже хочет кататься. Я понял. А для себя чего просил? Для себя ничего. Ну, я смотрю, ты футбол уважаешь вообще, да? Да. Из Локомотива, раз ты болеешь, мы тебе не могли мимо пройти, приготовили тебе сюрприз. Пойдем, может, посмотрим? Пошли. Давай. Вставай. Доставай все. Что-то тебе на вырост, что-то, конечно, уже сейчас можешь носить. Ну-ка, посмотри на меня. Опа! Какая тебе больше, кстати, понравилась? Игровая или тренировочная форма? Мне все понравились. Ну, ты будешь ее вот, наверное, по каким-то особым? На урокам, там, на уроке. На физру будешь гонять? Там, летом играть, зимой. Ну, мы с тобой сыграем? Да. Супер. Нормально? Что, круто сегодня поиграли? Да, поиграли. Ты сколько голов забил? Ну, голов 5. Да ладно. Точно. Хет-трик был, но 5 не было, 100%. Ну, 4, ну точно не знаю. Ну, тебе вообще нравится ваш стадион? Да, нравится. Вы там и зимой, и летом играете? Да. Стадион ваш посмотрели? Он мне понравился, но я думаю, что все-таки наш стадион покруче будет в Москве. Знаешь что, Новый год, я думаю, что классным подарком вообще от Локомотива, от всех нас, будет поездка на матч тебе. Поедешь там с мамой, с папой, с кем тебе удобно. Приезжай, посмотришь. Я думаю, даже сделаем так, что ты выведешь кого-то из игроков на поле. Прям, выйдешь также с ними на поле. Спасибо. Нормально.